Народ, решил я выпустить еще одно видео о ножницах Хаммердингер. То есть ножницы все класс, но мне приходится вот резать много жести. И когда мы режем, когда ножницы стоят у нас, то есть правильно, ребята, да, когда мы режем, то есть упирается у нас аккумулятор и не дает нам резать. И получается у нас вот такой вот, где наш Денис край, вот такой вот, друзья, изогнутый край. То есть приходится нам ножницами немножко подгибать аккумулятор. Значит, я решил установить ножницы следующим способом, ребята. Тем самым будем резать вот так, и аккумулятор у нас мешать уже не будет. Ну, а теперь давайте проэкспериментируем. Сейчас я одену перчатки. На мой взгляд, это будет просто супер. Ну что, поехали. Все класс, край ровный, ничего не загнуто, не погнуто, то есть вот делайте вот так и будет вам, как говорится, счастье. Все, друзья, на этом всем пока, ставим ножницы правильно, как оказалось, вот. Ну и смотрите, я прикреплю ссылочку на обзор моих вот этих вот ножниц внизу в описании к видео. Всем пока, привет. Ты заходи, если что.